В Башкортостане инвесторы намерены построить два новых многофункциональных придорожных комплекса за 88 миллионов рублей. Объекты разместятся в Уфимском и Иглинском районах. Об этом сообщает Министерство торговли и услуг региона. Первый инвестпроект предполагает возведение автозаправочной станции, кафе, гостиницы, станции техобслуживания, автостоянки и мини-маркета сувенирной продукции на федеральной автодороге М5 «Урал» в Иглинском районе. Объем инвестиций составит более 58 миллионов рублей. Количество новых рабочих мест – 15. Второй объект будет реализован на территории Уфимского района по дороге на Павловку. В данный проект планируется вложить порядка 30 миллионов рублей и также создать 15 новых рабочих мест. По обоим проектам было принято решение их одобрить к реализации. Инвесторы могут рассчитывать на следующие меры поддержки. Это получение земельного участка без торгов и компенсацию части затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру. По данным Минторга Республики, построить объекты придорожного сервиса в Башкортостане планируют 64 инвестора. Общий объем капитала вложения оценивается в сумму более 8 миллиардов рублей.